Так, ребятки, всем привет. Вот, выбрался я на выставку, на ярмарку. Приехал с дружбаном. Сейчас посмотрим. С этой стороны еще не показывал я здесь корма для голубей. Все, в общем, как положено. И народу сегодня просто гривны. Народу просто бомба. Невозможно пройти. Не знаю, как сейчас буду снимать. Так. Венгры, да? Да, Будапешт. Тут куда ты? Будапешт. Да. Ты что, Дима, ничего не вывез? Не, ничего не вывез. Да, пойдет. Нет, гоняй, сейчас наоборот гон начнется самый. Ради интереса. Да, да. Пойдем в ходе погуляем. А там туда не сходил? Нет, я вот только, да, отсюда начал. О, Серег, здорово. Одних вот от моих чесноков, конечно, забивает. Да, это старая порода. Таких уже нету. Ни у кого. У меня это остались. Что-то пишешь, чтобы это... Завод бросили. Вот она, колбаса. А у нас же была колбаса. Ну зато был праздник. На праздник же ели. Был настоящий. И песни пели. А сейчас и песни никто не поет. Ухарские барабанщики. Что за гигантский голубь? А что это за голубь? Венгерский великан. И в какую цену такой? Около тысячи. Венгерский великан. О, здравствуйте, даю карман. Куба. Нет. Реально здоровый. Кто поймал, того голубь. Это на старом рынке, показали. Какую цену андижанцы у вас? От какой цены? От тысячи, да? Тоже ваши? Снегири. А снегири в какую цену? Нет, не все. Да, да. Твои, блядь. А? Твои. Ну я сейчас тут на рынке внутри. Давай я приду. Я бы сказал, ну и где нас вы на свободе? Вам никогда так не высоко, как со мной на этом рынке. Володь, все есть, не бери ничего. А желтая такла в какую цену у вас? По 1000 рублей. Все по 1000 рублей.
Если постарше же они, чем внутри. Если старше, да. А чьи вот это голуби? Благодарный. 3000 пара. Ну что? Они игровые, вот. Игровые. Красные белоголовые 2000 пар. Ребята, голубей очень много. Не сниму я все, это 100%, так что пусть сниму. В этих я не разбираюсь, я так понял, это немецкие выставочные. Хозяевов нету. Вот это что-то похоже на узбеков, хотя я не уверен. Сейчас уже ни в чем нельзя быть уверенным. Так, ладно. Какую цену продаете? В среднем по 1000. 17. Это 17, а это 16. А это евразийцы, да? Евразийцы. И в клубе, наверное, да, состоите? Да. Евразийцы от 7000. Мы их 3000 не видели. Потом ты забрал вот эту. А вот это пепельное в какую цену? В какую цену пепельное? 3000. Сейчас мы внутри на себя. Вот, наверное, для этих батарных остается одна вот эта самая. Все, остальные нахуй самцы. Я только у меня их нету, я их только завожу, я просто хочу завести, а то возьму, потом проблему где-то брать. Я сам с Воронежа.
Короче, еще широкохвостые. Крюковский, да? А в какую цену? Тысячу полторы. Двойной, двойной. Понял. Уже редкая порода, да? Мало кто понимает. Александр Матвеевич, чтобы самец сам Тахара надал. Чтобы не ошибись, самец Тахара. Поэтому не ошибись. А что за порода это? Белохвостые? Иранские воины. Иранские? В какую цену? Сейчас так, базируем головочку. Иранские белохвостые, черные белохвостые. Давай выйду за город, вот все снизу, тут все снизу сдать, коллеги. Гладкие, чубатые. И ни разу не вот он два раза, и все время ждешь, и, блядь, сейчас через 15 минут будем, блядь, приезжай через 4 часа. Пара 5 тысяч. Стоишь, как косок. Thank you.
Вот какая здесь вид голубятня. Прямо на рынке. Собачки-то были красивые такие, да? Хорошие самые. А та была? Черная одна. Головастики. А черный это такла, да, у вас? Нет. Нет? Нет, это краснодарский кофе. Краснодарский? Алло. Какую цену черный? По 500 я дал. Светом они еще не были. Там таких по 2000 продавали, белоголовиков. Километр таклы, каких-то шеек, не знаю, что это за порода. Северокавказские. Таджикские акуши. Так, вот так вот выглядит птичий рынок, певчие птицы в Москве. Так. Щеглы, клесты, щуры, синички, канареечный пирог. Покажи самца. Самец канареечного вьюрка. Дикая птица. Клюв, смотри какой прикольный. Так, я рассчитался, да? Да. Все. Тут и щуры, выведенные в неволе. Так, мичуринские чаечки. Да, это у меня еще одна есть, которая голубей, ну, да. Ну, это другая. Это просто экшен. Ну и удобно, вот в клетку залез, через плюсики снимаешь. А это вот он. Я что-то думаю, что побольше. Да. Где? У меня с гнездами не зайца, говорит, друган. Ну у меня только гнезды делали. Я сделаю. Я же говорю, там уже подготовил материал. Сделал. Дим, давай. Все, счастливо. Какую цену такие красавцы у вас? Зачем? Ну, мне просто так, ради интереса. Что? Смотри, вот у меня первый такой красавец. Вот это мой модуль. 10 тысяч такой. Красавец. Ну а тут тоже по 5, по 6, по 7, по 3. Я по 2. Ролики просто выкладываю, народ интересуется, говорит, спрашивает цены, поэтому вот спрашиваю. Чтобы люди знали, сколько денег откладывать с пенсии, чтобы сюда ехать. Пенсии пенсионерам сейчас много таких покупают. Я пенсионер, но я купил. Фильм попался, короче. И 30 попал. Почему какие? Как почему? Какие он нужны?
А? Какого? Есть подешевле, есть подороже. А, есть девки здоровые, есть... Так, ребятки, вот покажу объемы выставки, ярмарки. Вот это вот крытое помещение. И вот люди идут, идут. Вот до той части, вот до тудова. Вот это все, это голуби. Голубеводы. Говорят, что голубеводство умирает. Черта с два, еще поживем. Но не отходя от кассы. Да подешевле. Всех возьмете? Нет. Ваши голуби, да? Мои-то. А что за порода это? Ну, два гарана, это моздокские. А вот эти вот белоголовые, да? Красавцы. И в какой цену такие, если не секрет? Класс. Вот белоголовый, вот этот голубь, да? Самец. Вот голубь. Голубь штук. Сколько? Штук, это дешевле. От штуки и ниже. Хожу в лицо, смотрю. Там не смотрю. Увидел на голубей, значит, ты. Я уже их лицо знаю. Понятно. Наверное, на... Красавцы. Штука полторы. Все ехали, а потом не стали. Это Николаевские, да? Кировоградские? Какую цену? По 1000 рублей. Пойдем синичку что-нибудь. Кировоградские, да. По косарю. Я поймал. Это как тебе, что надо все врыло? Бакины. Какла. Золотогрудые. Ну не нашли какого-то, но блин, долго очень делали. А? Долго очень делали. Да, это нам зарплату не платят, кто работал, у него остался какой-то. Я думаю, может, мой как? Это бакинские? Голубка, да, белоголовая? Хотя я наташу. А почем он? Почем он просит? Белоголовую поинтересуетесь? Нет, в озер. А это ваши, да? Гребуны? Какую цену? Да я так просто снимаю. Так, 500, если возьмешь пару дней. По 500 рублей. Не, ребята просто спрашивают. Ну, казанские сказали. Летят хорошо? Вот хорошо, я еще больше денег не взял. Голубь вот этот, все плохо летает. А вот на лодке летает. Поднял трёхгать, я его поймал, а сейчас пропал. Пропал. Да, нет. Кировская цена.
Одиночка? Да. Надо? Вот это. А так вот какую цену? От 500 рублей и до 5000. А это сирийская, да, у вас? Да. Вот видишь, вот человек понимает. А то все подходят, мне, что это такое. Ну, их в Сирии-то не осталось. Я с сирийцем в том году говорил. Он говорит, они, суки, все у нас вывезли, турки. Как война началась, говорит, они говорят, где хозяин есть, они выменивали на продукты. А где хозяев нет, они говорят, все, говорит, этих шишерли, портакалов, шараби, всех оттуда нахуй выгребли. Я смотрю, вы уже давно так занимаетесь, да, ими? Да не особо, но смысл в том, что втянулся, и, скажем так, наставники хорошие были. В том году я 30 штук только из Турции взял. Вот сирийская, так вот. А у тоже должна быть, да? А? У сирийцев тоже должна быть. Нет, они не должны. Это, вот эта мазь, если у тебя еще желтее, она будет на следующий раз. Давай, хороший, по-моему. Доклады посутствуют. Узбеки, молодые гульбаданчики, чины. Я нашел. Ну да, Миш. Испачил коля я это. А дали вот такого, блин, красного. Был красный. Я вот в этом году А вот этот чин в какую цену? А? Вот этот чин в какую цену? Молодой вот. Из-под навата. Это не чин. А, вот этот? Вот этот, вот. Это из-под капкана. Он переменяет, будет капканом. Они еще не все переменяли. Ну в какую цену? За две, да. Я вот был красный. Я думаю, блин. И у меня дали вот из-под чая. 2000. Маляшек, как у вас. Вот это красавец, молодой. Чистый черкань такой мраморный, седой. Наверное, а если раньше, может, и никому не приезжать на дачу. А ты где такой штук? Взял черную самку с ароматом. Вот такую вот черную для самки еще осталось. Это 7.99? Да. Только из чернаря. Ты съемщик? Да, да. Съемщик. Съемщик. А я воли нет. А воли нет. Мне с утра. Нет, да, а в какую цену у вас такие? Они разные, и по 1000, и по 1500, и по 3000. Вот чубатые. Какой? Вот чубатые. Вот так? Да. Ага, да. Коломочки. 1000 рублей просто. Я сам не учусь. Я вообще хотел у тебя какую цену у вас и кабины? Ну да ладно. Вот этот вот светлый. 3000. Спасибо. Сейчас я подойду. Я просто... Вакцинировал? Я провакцинировал вас. Жена внештись перестали. Может, перепрощил. Вот. Да ладно, не, он стоит, ладно, пойдем. Лучшему блогеру Москвы, Московского бушборда попадает. Здравствуйте. Саша, не здесь организм случайно? Нет, он сегодня не... Открывай, только не гляди. Ну и что?
Ну и что мне его? Да, ну, открывай я. Не надо. Открывай, подарим. Не надо, не надо. Это скворцы, да, называется? А в какую цену? 300 рублей. По 300 рублей. Скворцы. Моздоки, да, это? Почем Моздоки? По 1000 голова. Моздоки по 1000. Да? Молодые, вот им всего. Кировоградские. Ты в YouTube группу? Да, Ленинаканский, да, это у вас? А в какую цену? Для тебя подарок. Да не, я просто так, для YouTube. Еще одна. Давай. Малый молодой, что нам дал? Это проводки, мне поменьше, можно? А то у нас поровну. А мне поменьше. Не-не-не, ну ты побольше завари, мне чуть-чуть. Побольше. А желтый в какую цену? Голый? 6. Вот этот. Можно? 6. Нельзя. Хорошо, нельзя. Хорошо, можно? Надо брать. Нет, пол-литровый. Взял в карман маленький. Вот здесь один пол-литровый угощал всех. Нигде нет. Нет этого флёкова. А это что за порода голубей? Нет, венгерские. Венгерские? Ну, вот ответы. Венгры. А в какую цену? По 300. По 300 рублей. Какие красавцы. Статные красавцы, богатые. Ну, короче, 5 штук. Это интересные. Шарды. Засишек их отправлю. Нет, засишек не нужны. Мне, а вот это с кокардой в какую цену? Вот с кокардой в какую цену? Сейчас придет, пойдет. Ушел. Ну вообще примерно цены какие у него? От рубля до 3000. Такие красавцы, крисуны. А тебе какой? Вот этот что? Калужский турман. Чем-то на моздоков, на узбекских похоже, да, тоже? Ну, что-то да. Что-то они есть. Игровые, бойные? А, не-не-не. Просто летные, да? А, они восьмеркой ходят. Восьмеркой. А. Вот так. Лед у них восьмерка. Интересно. На малой лапе.
Вот чеграши. И в какую цену чеграши? 500. 500? 500, да. Иди. А? Калужский турман. Это калужский чеграш. Так, ладно. Красивый. 1,5 рубля. Так, ребятки, в общем, закончилась выставка, вернее, выставка идет еще завтра будет проходить, в воскресенье, но нам уже уезжать надо. 50% я голубей так и не снял, народу повидал много, пообщался. Так что, ну это вот уже тут и дикари, и домашние голуби, вон смотрю, и николаевские здесь летают, и каких только здесь нету, но бойных особо не вижу сегодня, током бьет. Так что вот такие дела, ребятки. Ладно, всем удачки. Всем добра.